духовный мир за пределами. Духовный мир, там нет ни солнца, ни луны. Описывается Брахма Самхити. Солнца, луны нет, потому что все самосветящееся. А здесь Вселенная, она герметично замкнута. Тьма вокруг внутри. И освещает солнце, луна и планеты. Какие-то, которые свет излучают. Да, свет. Но есть тьма. А в духовном мире тьмы не существует. Тьмы не существует. Там все разновидность света. Больше диапазон красок, форм, разнообразия в миллион раз больше, чем мы можем здесь увидеть, представить. И как туда попасть? Как попасть в духовный мир? Да. Но я не знаю, таких кораблей не существует. Говорят, что лучший корабль – это человеческое тело. Вот человек и предназначен для познания духовного мира. Когда он познает себя как душу, он будет жить в духовном мире. Он освобождается из цикла рождения и смерти.